потому что это называют или мазнёй, и говорят, это любой ребенок сделает, и для чего нам здесь абстракция нужна. На самом деле абстракция, когда, это как раз самый трудный вид изобразительного искусства. В нем, во-первых, трудно с таким понятием, как открытие, как что в абстрактном искусстве надо сделать для открытия, чтобы оно было отличалось. Тем не менее, мы знаем самые великие имена, это Казимир Малевич, это Пит Мондриан, это Василий Кандинский, это потом пошли уже современность, это Поллок, уже Америка работала с абстракцией. То есть эти имена буквально у нас на перечисление, кто действительно делал открытие. Очень сложно было местами не уйти в конкретику, не начать рисовать глаза, цветочки, человечков, я не знаю, пейзажи, что угодно. Но в некоторых работах мне очень хорошо получилось совместить, там есть вообще все. Если всматриваться в работу, рекомендую всматриваться в работу тщательно.